несколько часов. Здравствуйте, вы смотрите «Вести и Мал», в студии Евгения Николаева. Сегодня наш завершающий информационный выпуск в уходящем году на канале «Россия-1». Надеемся, у вас уже прекрасное настроение и вы в приятных хлопотах. Поэтому 10 минут поздравлений от известных жителей округа и Большого Урала придутся весьма кстати. Дорогие земляки, заканчиваются последние часы уходящего года. 2020 год выдался непростым. Нам много пришлось пережить, столкнуться с проблемами и трудностями. Однако важнее другое. Борьба с пандемией сплотила нас. Люди стали добрее и внимательнее друг к другу. А главное, не прекращался наш созидательный труд. Мы строили школы и больницы, дороги и жилье. По всем важнейшим направлениям продолжилось движение вперед. И это основной итог уходящего года. Перед Новым годом всегда загадывают желания. Сейчас они простые и понятные. Пусть наступающий год станет лучше предыдущего. Мы вместе работали для этого. Мы это заслужили. Уверен, что так и будет. Желаю вам здоровья, мира, благополучия. Пусть воплотятся все ваши планы, сбудутся мечты. Удачи, счастья и добра. С Новым годом, дорогие друзья! Дорогие ямальцы, от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уходящий 2020 был для всех нас непростым. Но он еще раз доказал, что любые трудности – это испытание нашей силы. Особые слова благодарности тем, кто оказался на передовой. Всем нашим медицинским работникам и волонтерам. Спасибо за ваш бесценный труд. Историю Ямала всегда создавали сильные, сплоченные и трудолюбивые люди. Так, почти полвека назад, в этот праздничный день 31 декабря, открыли новое месторождение в Куровском районе. Его так и назвали – «Новогоднее». Благодаря таким людям наш Ямал продолжает развиваться, несмотря ни на что. В этом году мы запустили движение по Куровскому мосту, открыли постоянный проезд по дороге на Дым-Салихард. В самое ближайшее время в 22 новых детских садика пойдут маленькие ямальцы. В 2021 мы продолжим все наши программы по обновлению дорог, благоустройству, развитию медицины, образования и строительству жилья. Дорогие земляки, пусть наступающий год для каждого из вас станет годом позитивных перемен. Желаю вам в новом году счастья, благополучия и, конечно, крепкого здоровья. С наступающим Новым годом! Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Он был непростым, но он еще больше сплотил нас, научил быть добрее и внимательнее друг к другу. Все трудности, что мы пережили вместе, помогли нам острее почувствовать, насколько дороги нам наши близкие и родные люди, наши семейные традиции. Вынужденное общение на расстоянии еще раз доказало, что ничто, даже современные технологии, не заменят теплоту человеческих отношений. Я очень надеюсь, что следующий год станет периодом благоприятных перемен и знаковых событий, принесет успех и добро. От души желаю крепкого здоровья и счастья, благополучия всем нашим ямальским семьям, праздничного настроения и исполнения заветных желаний. С Новым годом! Уважаемые.
Уважаемые жители Тюменской области, Югры и Ямала, дорогие земляки, вот и еще один год остается в прошлом. Он не был похож на предыдущий и запомнится разными событиями, и хорошими, и не очень. Вместе со всей страной, со всем миром мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Сердечно благодарю всех медицинских работников, настоящих героев, которые каждый день ведут борьбу за жизнь и здоровье земляков. В этом году на них легла огромная нагрузка, и они не подвели, за что мы все говорим им огромное, искреннее спасибо. Благодарю предпринимателей, стойко выдержавших испытания пандемии, аграриев, сумевших вырастить и собрать хороший урожай, всех, кто обеспечил бесперебойную работу промышленности, транспорта, связи, строительства дорожных, жилищных, социальных объектов. Низкий поклон учителям, социальным работникам за самоотверженный труд. Благодарю волонтеров, по зову сердца пришедших на помощь землякам, нуждающимся в поддержке. Только вместе можно преодолеть все трудности. Недавно мы отметили 90-летие образования Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всех нас, и жителей Юга области, и жителей Ямала и Югры, объединяют экономические, социальные, научные и дружеские связи, которые никакой коронавирус прервать не в силах. Мы с вами сумели выдержать испытания. В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо. Но, наверное, в этом году все мы как никогда поняли, что сами создаем его своими добрыми делами, словами, любовью. Почувствовали, как хрупка человеческая жизнь, и стали внимательнее, добрее. Мы осознали, что только в наших силах подарить тепло и любовь своим родным и близким. И сегодня это самый дорогой и нужный подарок. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и удачи в новом году. С праздником, друзья! С новым 2021 годом! Уважаемые тюменцы, дорогие земляки! В канун Нового года каждый из нас планирует и мечтает изменить к лучшему свою жизнь и жизнь близких. Мы очень надеемся и искренне верим, что наступающий год обязательно будет лучше нынешнего. Даже в нынешней сложной ситуации нам есть чем гордиться. Мы сохранили в области политическую стабильность, удержали лидерские позиции в экономике и социальной сфере, вновь подтвердили статус одного из самых развитых и перспективных регионов России. Для решения новых задач каждому из нас и все вместе предстоит немало и упорно работать, чтобы преодолеть трудности и добиться намеченных результатов. Дорогие друзья, пусть исполнятся в новом году все ваши желания и оправдаются надежды. Главное, за суетой забот, просто радоваться каждому дню рядом с близкими людьми. Своим трудом обеспечить достойный уровень жизни родной семьи, благополучия области и страны. Особые слова поздравления и признательности мы говорим уважаемым ветеранам. Они – наша гордость и слава, настоящий пример самоотверженного служения и беззаветной любви к Родине. Желаю землякам здоровья, счастья, дальнейших успехов. С Новым годом! От лица моих коллег осталось пожелать вам прекрасного настроения. И всем нам остается только надеяться, что наступающий год быка не будет таким коварным, как заканчивающийся год крысы. Всем нам здоровья! И смотрите наш свежий выпуск в новом году 1 января в прайм-тайм 21.10.